В общем, сегодня у нас 4 мая, по-моему, или 3 мая. Сейчас посмотрим, какое. Сегодня 3 мая. Мы приехали на дачу, чтобы, ну, также продолжать делать крыльцо. По крайней мере, муж его продолжает делать. Вот, я сейчас занялась готовкой. Тут немножко, конечно, срача. Надо убрать, прибрать. Я сейчас все помою. Вот кастрюльки такие привезли. Новенькие. Я их убрала, правда, уже вот сюда. Там, короче, 10 в одном, новый набор какой-то. Вот, сейчас муж попросил котлеты по-киевски. А я буду ежиков вчерашних есть. Тут, получается, у нас греет домик плита. У меня одна конфорка на плите греется. Вот. И плюс пушка. Пушка тоже очень хорошо греет, она строительная. Вот, почему у нас все греет? Вот потому что у нас происходит вот такая вот погода на улице. А, уже, ну, не видно. Короче, снег идет. Вот снег. Прям капец как снег. Вот. Град. Вот здесь вот видно хорошо, вот. Там крупины вот такие большие. Муж строгает дерево. Вот. Заказали мы еще доски. Сегодня мы приехали на Форде, но мы ни разу не заглохли сегодня. Это хорошо очень. Посмотрим еще, как мы поедем домой, конечно. Но пока что вроде все хорошо. В домике очень тепло. Вот, но выходишь на улицу, сразу зябко становится. Не знаю, вот сегодня я буду парковку продолжать делать или нет. Вчера я не продолжала ничего делать. Вот, купила только досочки, заказала и прочертила вот здесь вот темным цветом еще, ну, черным получается. Такие вот штучки. Вроде так даже покруче смотрится. Здесь нарисовала типа граффити. Ну, знаете, такие парковки. Вот. Думаю сейчас, что сделать, какие бордюры. Получается, можно вбить маленькие гвоздики и натянуть вот такую вот веревку черную. Типа как отбойник, что ли, я не знаю. Либо сделать вот такие вот штучки. Типа вот так вот по бокам. Они вот так вот будут смотреться. Конечно, покрасить сначала, а потом сделать. Вот. Пока, короче, не знаю, ничего не придумала. Пока вообще не знаю, буду я сегодня делать или нет эту парковку. Вот. Ну, вот пока такие новости. Я тут смотрю, получается, ютубчик. И потихоньку готовлю. Никого нету. Все уехали вчера с дачи. Сейчас, кстати, снега уже нету. Он то есть, то нет. Если есть, то его дофига очень. Вот. Все уехали. Всем холодно. К выходным вроде сказали, что теплее будет. Ну, как к выходным, сегодня пятница, а сегодня снег идет, да? Вот. Не знаю, сказали, что, типа, с воскресенья будет тепло. Насколько тепло, я тоже не знаю. Потому что, блин, сегодня 3 мая, вот, а на улице снег идет. Ну, типа, лол. Хотя у нас много раз было такое, что у нас снег шел просто в июне, в июле, в августе. Вообще, вот, у нас может еще такое быть, что, например, сегодня вот снег, а завтра плюс 30. Ну, ладно, плюс 30 нет, но плюс 20, 15-20 градусов точно может быть. Вот такой перепад может вообще спокойно быть. Вот. Хотя даже плюс 30, по-моему, было такое, потому что мы в 18-м, что ли, году мы пошли с детьми на праздник 1 июня. Ну, детский праздник был у нас, это какой-то концерт, что ли, был. Вот, и мы пошли на праздник просто в зимних комбезах. Я одела детей просто потому, что, ну, выпал снег. Вот, а за это, ну, за день до этого, ну, как за день, получается, на предыдущий день было плюс 20, мы ходили в футболках. Потом вот этот вот день, 1 июня, у нас был снег.
И потом опять у нас было плюс 20, опять и в футболках. Ну, короче, весело у нас. Так что вот, сейчас я за масличком схожу и начну жарить уже потихоньку. Обед. Доски-то чуть-чуть так. На 5 миллиметров могут быть шире, уже.
вот эту наверх. Чик. Искухо. Держишь. Чин-чин-чин-чин. Я заваришь пойми. Большой? Да не буду. Кредиты только до 10 июня. Оформите кредит в Сбере и выиграйте погашение. А с подпиской Prime Plus получайте ежемесячный кэшбэк 2% ставки бонусами. Срок акции с 29 апреля по 10 июня. Подробнее условия с правилах и сроках на sberbank.ru. Количество призов ограничено. А это как? Выгреваю, конечно. Нифига я ее даже сдвинуть не могу. Там песенка наша играет. Это надо вот... Вся семья там берешь, встаешь вот так, потом смотришь, да? Ну тогда сразу дудку вызываю, да? Я думал, что делать их. Вертолет делаю, хули, что не видно, что ли? Это самолет, да? Это вертолет. Чуть-чуть не ровно. Давай сюда. Еще? Еще. Стоп. Точно пробить. Еще
сюда. Все? Ой, нет, ну блядь, было прям идеально, нахуй. Похуй, нормально. Так я просто со стула чуть не наебнулась, блин, вот оно и подвинулось. Можно. Ты же все понимаешь. Все. Приехали мы с Тимофеем. Это уже следующий день получается. Тима сошел немножко с ума. Со мной играет пистолетиками. Пиу-пиу. Такая вот красота у нас получается. Тут еще досочки. Тебе досочку надо будет сейчас, да? Опа. Сейчас досочку занесем. Опа. Тяжелая скотина. Опа. Одной рукой сложно. Она мне выворачивает руку и все. Пол крыши пришлось разобрать. Вот такая вот верандочка у нас получается. Не розового цвета. Тима с ума сошел. Не сместилось, нет. Все ровненько. А там ты к чему будешь? К этому, к полу? Ну, к потолку. Крепить или как? Потому что к балкам не получится, да? Проснулся. Там папа полкрыши уже сделал. Видел? Ты выспался, не? Тима. Ага, сначала здесь спал, потом там уснул. Так, у нас получается, уже папа сделал, вот. Вот получается-то. Такая вот веранда будет у нас. Такой слой опилок.
тут, получается, мы крышу разобрали немного. Вот, чтобы эти балки сделать. Фух. Папа работает, работает и работает. А нам даже помочь нечем, потому что там он стругает. Вот, а нам делать нечего. Да, Тимош? Ты че? Че у тебя с лицом? Чего? Там он, папа. Работает. А тут мы отдыхаем, греемся. Пока мы с Тимофеем спали и отдыхали, муж сделал полностью крышу. Вот такая вот веранда. Сейчас из домика получается темно. Раньше было светло, сейчас темно, то что два окна сейчас закрыты будут. Ну посмотрим, сейчас что-нибудь решим насчет этого. Только опилок. Опилок кошмар. Прям вон. Завтра приедем все вместе и будем собирать опилки все. Это капец. Никого нету. Вообще очень холодно на улице. Минус один даже был. Снег. Так что вот сейчас будем собираться. Че, я удлинитель убираю, да? Рубанок убираю туда же, где и был, да? Так, удлинитель. Пока сюда поставим. Оба. Эту штуку надо. Тоже все. Потрясти. Я бы убрала так-то, там, где они были. Так, удлинитель надо отключить сначала. Так, опа, где у нас розеточка? Есть, сэр? Есть, сэр. Этот, забери только, пожалуйста, уровень. Тимофей, мне, пожалуйста, позови. Мама, собираемся домой. Что за углы? Готово, пойдем. Сейчас я варежку одену. Надо будет доски. Надо будет, да, вот эти доски унести. Ну тут тоже штука. Не знаю, что насчет опилков, но пусть остаются. Тяжелые? Это точно. С крыльцо. Красивое у нас крыльцо. Сейчас вот это все уберем. Блин, кому вот это тоже. Там никого нету. Не знаю. Вот вертолет. Где он? Вон, скорее, снимайся. Снимай. Вертолет. Его не видно. Вон он. Вертолеты, как обычно, тут летают. Что сказать? Снимаю маму, только маму, почему-то не знаю, почему. Снег летит! Откуда у нас вообще снег?
кому-то не видно, то у нас летит снег. Это понятно. Даже три. Ну да, две доски. А, да. Ну что, отойдем. Нет, меня влезет. Идем издалека. Так, вода выключена. Чайник не работает. Свет в радио должен тоже не работать. Так, иди. Все, пойдем. Ага, пошли. Эту кровать как? Папа закроет. Сейчас тут там переоденется быренькому. Так, все, сейчас едем домой. Домой. Все, все убрали, все подмели, все сделали. Ну да. Да. Этот выключен. Плита не работает. Чайник нормально. Все со мной нормально. Ты залезай первый. Теперь я. Ты куда залез? Я там на крышу большая, понятно, крыша. Да, крыша большая, да? Опа! Растюха залез к папе на крышу. Я понятно, крыша. Да, там бабушка стоит. Василиса куда-то убежала. Все видно отсюда. А, снег пошел. Опять снег идет. Крикни, скажи, бабушка! Бабушка! Так громче кричи. Бабушка! Нет, нет! Тима, привет! Какую? Сейчас обнесу доску. Сидим. Растюха, тебе нравится здесь сидеть, да? Так, где-то там Тимоша бегает. Василиса где-то тут ходит. Скажи привет! Василиса, я
Пока. Привет. Да, привет. Там очень много. Сколько там у нас мешков? 3, да, получилось? Еще 4 можно собрать, да? Опилок. А сколько часов? 12, наверное. 12? Да, 12 часов уже. 12 часов. Да. Че, на вниз пойдем? 12 часов снег. Да, в 12 часов пошел снег. А вот он дотик. Вон здесь прям видно, какой он большой. Такие крупинки. Вообще. Огромный-огромный снег. Ага, она пустая полоса. Угу. Сколько лет облака? Не знаю, сколько лет облакам. Много. А? Много лет облакам. Лиза залезла к нам. Помоги. Чем тебе помочь? На. О, спасибо. Привет. Бабушка. Опа, ты куда? Грядки копает. Так ты бы сказала, я бы принесла, не? Вот так она копает. Да. Рось, не ходи туда, нельзя. О, это моя тут. Че, мне фанеру лови, да? Это моя тут? Да. Рось, отходи. Вот сюда. Вот. Ой, это что? Вася, держи. Мама, почему я тебя понял? Мама что-то тут же делает. А что это такое? Фанера. Нет ничего. Вот я убираю, поэтому долго. Теперь нету. Что? Мотка. Это фанера называется. Фанера пальца. Вот такой у нас вид на крыше. Ё-моё. Тима в доме там где-то. Властяй. А эту половину когда будешь? Сразу или? Сейчас дойдем до сюда. Я тебе просто спрашиваю, сразу или потом когда-нибудь? Что ты кричишь на меня? Сегодня когда-нибудь. Хорошо. Тут еще и расстояние другое, да? Возвращаю.
еще дубинатор. Тимоха вышел. Че так тихо? И ушел. Какая-то Лада приехала, слышишь? И Газель. А? Газель и Лада приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышишь, надо отъехать чуть-чуть. Это теперь ваша машина, да? Он бы задом сюда заехал и выгрузил сюда. Он бы задом заехал, да выгрузил сюда. Да как он задом сюда едет? А я как заехал? Ну, не знаю. Не знаю. Подвинь. Нет, чуть-чуть. Давайте пока немножко сдай туда подальше. Мы проедем, но только два теплицу придет. А чуть-чуть. А вообще, конечно, вот надо, я даже не знаю, что это такая машина огромная. Так, просто его можно разбирать вот так, типа. Если что, я тебя снимаю. Ты так. Точно меня снимаешь? Да, да, да. Снимаю, снимаю. Так. Вау! О! Вот это было страшно. Так. Тима, Тима, Тима. Вася, Вася, Вася. Вася, смотри. Лосица чисто. Где? Вот что. Это картина. Картина, что это моя тут так? Там мой телефон заряжает. Я знаю. Вася, пойдем поиграем в войнушки. Пойдем? Можешь ли мой пистолет взять? Пойдем. Ты будешь с Тимофеем пистолет. Что, Колин? Вася, шапку один. Вот шапка. Нет, Вася, шапку. Шапку. На шапку. Тима, встань. Мне надо... Тима, да... встань. Чё? Мне надо шапку. Смотри.